1 мая музей-заповедник Архангельска отмечает свой день рождения. Нам 104 года. В 1919 году, 1 мая, музей впервые был открыт для посетителей. Но на самом деле музей начал свое существование гораздо раньше. Николай Борисович Юсупов-старший был заядлым коллекционером и собрал фантастическую коллекцию фарфора, мраморных скульптур, огромную коллекцию живописи. И несмотря на то, что при его жизни музея как такового не существовало, но коллекция имела огромное значение для страны. В честь дня рождения музея у нас довольно обширная праздничная программа. Ну, во-первых, сегодня мы начали обзорные экскурсии на электрокаре. Теперь каждый день, весь летний сезон, любой из посетителей может прокатиться на электрокаре и узнать об Архангельском много интересного и увидеть самые значимые памятники нашей усадьбы. Сегодня мы подняли, сохраняя традицию Юсуповых, мы подняли флаг, символ рода с изображением льва под сопровождение духового оркестра. Сегодня у нас на летней сцене концерт духового оркестра. Сегодня много мастер-классов для детей и взрослых. Дети участвовали в пленэре, учились писать пастелью. Взрослые, а также семейная аудитория сегодня участвуют в мастер-классах по созданию собственного аромата. Скоро начнется концерт в колоннаде с музыкой из советских фильмов. Помимо этого, у нас сегодня праздничные гуляния. Очень много людей, несмотря на плохую погоду. Хотя даже дождь не может испортить красоты Архангельского. У нас здесь потрясающе вкусный воздух и праздник. На летний сезон мы увеличили время работы. Теперь парк работает до 9 вечера, и каждый желающий может здесь гулять значительно дольше. Помимо этого, у нас обширная летняя программа. Будет фестиваль роз, который был впервые проведен в прошлом году. Будут концерты на летних сценах, органный фестиваль, большое количество концертов в театре «Гонзага».